Наелся Митя. Да, наелся, напился. Красавчик вообще. В июле 17-го вот так выглядит наш зал после ремонта. Ой, мой дизайн. Проект. Стиль Средиземноморья. Натяжной потолок сделал. Тут очень много хендмейда. Вот люстру, например, раскрасила я. Вот какой мы с Димой сделали камин. Под телевизором камин. О! Вот такая красота. Тут, понимаешь, лепнина всяческая. Тут арка была бестолковая. Ну, вот такой, как будто выход в сад сделали. Особенно, когда здесь темно, там подсветка, ну, прям как будто выход по лестнице к какому-то замку. Так, тут замаскировала я дверь, стиль декупаж. О, такие салфеточки налепила. Вот такая дверь получилась. Тут картины. Рисовать я не умею, поэтому купила китайские картины-раскраски с наборами красок и раскрашивала себе. Вот такая красота получилась. Так. Тут у нас парикмахерская. Закрываем. И вот тут тоже наше с Димой творение. Окно бывшее, которое вело на улицу, а теперь в газовую комнату. Стояло без дела. Сделали вот такие полочки. И всякую мелочь, коллекционные колокольчики. Вот они все. Кстати, вот это сзади, это я делала. Витражными красками рисовала. Всякие тут эти, средиземноморский антураж, ракушечки. Ну и тут коробочки, бутылочки, всякое такое. Сделали клеевой потолок. Наконец-то он у нас ровный, красивый. Ну вот примерно так это все выглядит теперь после ремонта. Нам нравится.